я сегодня отдыхаю от готовки. Сегодня у меня Света будет готовить. Она хочет свои любимые вот такие вот спагетти сделать. Это гречневые спагетти, но вот она их любит. И колбаску я купила, она сказала колбаску. Ты будешь ее жарить колбаску или так прям дашь? Жарить? Угу. Можно тогда с яичком еще пожарить. Там яички-то вроде бы есть у нас еще. Ну да. 6 штук и там 10. Сейчас, Мариночка, иди, я сейчас сделаю вам чай. Мариночка чай просит сделать, сейчас я им печу. Да. Что случилось? Ну выплюнь собачки, если не хочешь. Ребятки кушают оладушки вчера, что я жарила. Второй день они еще их едят. Они долго еще будут их есть. Медленно очень едят. Оладушки. Я маленьким чай запариваю. Сейчас печеньками попьют. А себе хочу зеленый чай. Так и ничего-то не увидала. Я жидкий цикорий. Я все забываю в магазине посмотреть. На, посмотреть. Короче, видео на утро выйдет болталка, да? Чего случилось? Я, наверное, сейчас так и буду выпускать с утра болталку. Днем что-нибудь такое. Постараюсь по 3 раза в день видео выпускать, но вот подождите, дайте я сначала наснимаю побольше, чтобы потом по 3 раза в день постараться выпускать видео. Там посмотрим, как получится. Посмотрим. Так, молоко я хотела налить. Молоко налить. Я люблю чай с молоком, зеленый чай с молоком. Многие мне писали, что зеленый чай с молоком часто пить нельзя. И дети у меня тоже любят чай с молоком. Так, я хотела еще просто молока попить. Ладно, вот такое вот видео. Я сейчас пойду, хочу организовать процесс с вышивкой иконки, которая мне пришла, молитва. Буду начинать ее. Все вам покажу на канале Влог Рукоделия. Если вам интересно, проходите туда. Дорогие друзья, у нас вечер. Сейчас буду продолжать мыть посуду. Утром помыла, все прибрала. Сейчас мне надо сушилки всю сухую посуду убрать в шкаф и заново опять мыть посуду. Если вам это интересно, за день по несколько раз мыть посуду, то оставайтесь со мной.
дорогие друзья, я убралась наконец-то. Такой, какой сегодня хаос был на кухне из-за того, что я разрешила детям покомандовать здесь, все самим сделать, кушать, приготовить, то хаос был полнейший. Поэтому я все помыла, все прибрала, полы помыла. Теперь можно идти отдыхать и можно повышивать. Я начала свою молитву вышивать, сейчас я вам ее покажу. Дорогие мои друзья, обещала вам показать. Вот начала я молитву вышивать. И вот этот уголочек я пока вышла немного, но продвижение, однако, есть. Вышила 200. И вот сейчас буду дальше вышивать потихонечку. Время ночь. У нас время уже 2 часа ночи. Мне хочется немножко повышивать. Вот почему-то, не знаю, первая вышивка, которую я прям с нетерпением хочу вышить. Ну, а вы помолитесь со мной, чтобы нам ее довышивать. Все, вымыла всю посуду. Варенье дети так и не доели, не стала убирать. Пока оставлю, сейчас в холодильник только уберу, а так все чистенько. Кружки мои висят. И также у нас сушилки еще сохнет. Здесь сегодня полила вот эти вот 3 кактуса, пока не стала их убирать. Пусть протекут немножечко, потом приберу их в другое место. Вот так вот. Ой, на старую мочалку. Эту я новую достала. А эту так и забыла выкинуть. Я обычно такие выкидываю уже все. Вот такой вот, ребята, у меня был день. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, пишите ваши комментарии. Всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем говорю пока-пока.